В ГУ МЧС Подмосковья подтвердили информацию о том, что спасатели нашли тело пропавшего в начале февраля бывшего заместителя юстиции Владимира Елунина. По данным ведомства, тело было обнаружено в 14 часов 30 минут по местному времени, в 200 метрах от места, где он провалился. Инцидент в Одинцовском районе Подмосковья произошел в ночь с 5 на 6 февраля. 70-летний мужчина уехал кататься на квадроцикле и не вернулся. Поисковая группа обнаружила следы транспортного средства, которые вели к реке. На ее дне, под разломом льда, был обнаружен квадроцикл. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.